Кирилл, взяли одно очко во втором матче с армейцами. Как прокомментируешь игру? Ну, все старались, выкладывались. Повели 2-0. Потом что пошло не так, удаление лишнее. Вот. А потом отыгрались 3-3. Вот, чуть не повезло где-то в конце. Сегодня ты очень интересно действовал вместе с нашим новичком Иваном Дедковым. Как так нашли взаимопонимание в игре? Да, как на тренировке потренировались, нашли какую-то химию, все получилось. Но не выиграли, правда. Лично у тебя очень интересное начало сезона. Ты уже провел несколько матчей в КХЛ и параллельно вот играешь сейчас за русских «Витязей». Насколько сложно перестраиваться на молодежный хоккей? Или наоборот чувствуешь себя более уверенно? Да, уверенность, конечно, есть. Я играл с этим партнером 2 сезона, уже знаком, поэтому ничего сложного не было. Вот, хоккей везде одинаковый. Сегодня у тебя гол плюс пас. Насколько вот доволен своей игрой? Ну, команда не победила, поэтому недоволен, конечно. Вот. Будем побеждать. Спасибо, желаем успехов в следующих матчах.